Бывший руководитель Оренбургского филиала Россельхозбанка совместно со своим заместителем Березуевым обратились в главный офис Россельхозбанка о выделении 100 миллионов рублей для приобретения объектов недвижимости в городе Оренбурге. Недвижимость. Вот это здание на улице маршала Жукова. Двухэтажный дом в аварийном состоянии. Но в Москве развалюху не видели. Там поверили бумагам из Оренбурга. А по оценочным документам, которые местные банкиры отправили в федеральный центр, стоимость такой ветхой недвижимости – 100 миллионов рублей. Ни копейкой меньше. Деньги в столице дали, здание купили. Вопросы возникли потом. Причем вопросы как у руководства Россельхозбанка, так и у правоохранительных органов. Ведь повторная экспертиза показала, стоимость здания не 100 миллионов рублей, а 57. Под следствием оказались Владимир Косыч, бывший директор Оренбургского отделения Россельхозбанка, и его зам Сергей Березуев. За совершение данного преступления обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы и выплаты крупных штрафов в доход государства. Банкиры пока под подпиской о невыезде, а Россельхозбанк пытается вернуть потерянные средства и продать здание. Только вот 100-миллионную недвижимость сейчас никто не хочет покупать даже за 30 миллионов. Юрий Мишенин, Илья Схоялин. Наше время.